Нина Теплых регулярно привозит угощения своему родному брату Сергею Третьякову в противотуберкулезный диспансер для душевнобольных людей. У него бред, галлюцинации. Сережа, привет. Привет. Иногда пациента отпускают домой, но идти ему некуда, хотя у мужчины есть законные квадратные метры в трехкомнатной квартире, где живет его мать. Сергей ей не нужен, а Нина Теплых, дочь той же женщины и опекун Сергея, уже в течение 5 лет пробует отстоять права больного брата. И у меня было по тем деньгам 65 тысяч, которые я все просудила из этой комнаты. Я пермского адвоката возила сюда, в Кунгур, на суды. Каждый квартал жильцы этого подъезда становятся зрителями одного и того же спектакля. Обычно это выглядит так. Мария Алексеевна, откройте нам, судебные приставы. Сейчас приедут люди и будут взламывать дверь. Откройте лучше добровольно. В те дни, когда Мария Никулина за дверью держится особенно стойко, приставам приходится вызывать команду спасателей и вскрывать железные двери. Женщина! Сейчас дверь вам спилим. Забаррикадировавшейся пенсионерке уже 85 лет. В прошлом она воспитатель коррекционной школы. Родила 5 детей, 3 из которых трагически погибли. Дочь Нину воспитали отец с мачехой. А сын Сергей более 20 лет после травмы головы, полученной в армии, скитался по интернатам. Своих детей женщина не признает и видеть не желает. Мне ее совсем не надо. Такая дочь, это не дочь, а чисто наказание. Давай сюда люстру мне. Люстру давай сюда. Это моя люстра, я из тюрьмы привязалась. Давай сюда люстру. Это моя люстра. Это моя люстра. Это моя люстра. Давай сюда люстру. Вы не любите детей своих? У меня сердечный приступ. Мне надо таблетки пить, успокоиться. Уйдите от меня, ради бога. Мария Никулина против того, чтобы дочь, как опекун, проживала здесь вместе с опекаемым. Но ее мнение идет вразрез с законом. Было разрешено право ей находиться совместно с опекаемым на данной жилой площади, чтобы оказывать ему соответствующую помощь. Каждый раз те замки, которые новые жильцы врезали в двери, менялись хозяевами квартиры на следующий день. Ну-ка, Мария Алексеевна, успокойся, вот замок делать. Сейчас пенсионерка проживает с участником Великой Отечественной войны, который полностью поддерживает супругу. Он больной, туберкулезный, псих. Как он будет ходить через эту комнату сюда? Но в решении суда ведь не сказано, что сделать окно, и он будет ходить через окно. На этот раз Нина Теплых настроена категорично. Готова снова врезать замок и полностью обустроить жилье опекаемого. Вставляю замок в комнату и в входную дверь. Раз у нас срезана дверь, мы вставим в входную дверь. Второе. Делаем свет. Я привезла работника, чтобы мне сделали свет, так как все вырвано. Сами видите. Потом я иду в мебельный магазин. Уйди от меня! Отстань, сука, несчастная! Отстань от меня, не трой меня! Свидетели этой драмы не уверены, что в истории поставлена точка. Месяца 2 назад я общался с Никулиной. Она сказала, я как не пускала ее, так и не буду пускать. Сергей Третьяков, находясь в нескольких километрах от места боевых действий, постоянно просит врачей выписать его домой. И на протяжении 5 лет верит, что у него когда-то появится своя комната. Юлия Долгова, Михаил Осейчик, Пермский край.